Салют, дамы и господа. Сегодня у меня в руках зарядное устройство от компании Xiaomi Z5, портативная travel-зарядка-powerbank. Порассуждаем, поговорим о ней. Давайте вместе и поехали. В общем-то, поставляется она в обычной картонной коробке приятного белого цвета, как и многие другие продукты компании Xiaomi. ТТХ-шечки сзади, вы их видите прямо сейчас и прямо здесь. Написано серым цветом, подтверждающим оригинальность зарядного устройства. Так, где здесь? Ага, вот. Открываем. Габаритные размеры 77 миллиметров, 63 миллиметра, 24,5 миллиметра. Вес около 60 грамм, плюс-минус. Выполнено все из пластика. Ну, во всяком случае, вот эти части, которые вы видите, внутри, конечно, присутствуют металлические элементы. Зарядка умная, умеет там проверять аккумуляторы. Самый интересный момент, конечно, наступает здесь. Это переключатель режим Power Bank, в котором зарядное выдает полампера максимум. И режим, собственно, зарядки аккумуляторов. Давайте все это и посмотрим. Так, ну, я буду пользоваться аккумуляторами своими. Это GPR Saika, например. И говоря про аккумуляторы в любых зарядных устройствах, я спешу напомнить, что лучше всего приобретать аккумуляторы тех компаний, которые имеют подразделения, которые лично разрабатывают те или иные аккумуляторы. В частности, у GP огромнейшее подразделение, которое делает именно никель-металл-гидридные аккумуляторы, в частности, ресайковские, которые с низким саморазрядом. В общем, вставляем. Давайте сразу покажу, как работает Powerbank. Вот так вот перемигиваются огоньки. Пол ампера, напомню, максимум пол ампера. Ну вот, например, светлячок мой потребляет в своем пике 250 миллиампер плюс-минус. Ну вот еще столько же это то, что может выдать данная зарядка, если использовать в качестве Powerbank'а. Смотрите, да, в качестве Powerbank'а вы можете использовать ее в случае, когда у вас вот так вот все аккумуляторы есть. А если одного не хватает, то все, Powerbank не работает. Имейте в виду. Да, крышка снимается легко, это не проблема. Мягкая пластиковая матовая крышка. Режим заряда. Режим заряда очень простой. Потребляет он до 1 ампера, 5 вольт, USB. То есть, хотите от солнечной панели заряжайте в походе где-то, хотите еще где-то что-то. Вот. На батареи выдает, они заряжаются попарно, до полуампера, ну и, соответственно, так как зарядное устройство слишком умное, оно само там решает снижать ток, я так понимаю, или не снижать, и не перегревает ничего. Да и, господи, когда бы оно что перегревало? Это же Xiaomi, они молодцы в этом плане. Вот такая вот индикация начинается. Тревел устройство, я считаю, то есть исключительно под путешествия какие-то, возможно, только из-за своих габаритов. Да, внутри есть, конечно же, еще инструкция с еще более серым текстом, ужасным, на котором ничего не видно. И есть еще вот такой вот кабель Xiaomi-шный, которым я не пользуюсь, как вы поняли, на данный момент. Ну и вообще, зачем, если уже есть? Для путешествий куда-то в рюкзачок кинул, поехал, приехал. USB везде универсальные. Батарейки, пожалуйста, заряжаются. Но, как по мне, девайс бы вышел бы лет на 10 раньше, и он бы имел очень большой успех. Выбор, как всегда, исключительно за тобой, приятель. Но на этом все. Не чихай, не болей. Пускай все твои аккумуляторы всегда заряжены, всегда работают, никогда тебя не подводят. С тобой был я, Олег Гром. Ставь большие пальцы вверх, не забывай. Подписывайся на канал, если не подписан. Приходи на онлайн-стримы, которые проводятся на лайв-канале. Там ты можешь задать все свои вопросы, пообщаться на любую тему лично со мной. Все, пока-пока.